На территории Российской Федерации существует большое количество различных способов совершения мошенничеств. В последнее время получает распространение мошенничество, совершенное в отношении держателей банковских карт. Но преступники продолжают действовать по старинке. В Электрогорский отдел полиции межмуниципального отдела МВД России Павлово-Посадский поступило сообщение от местного жителя о том, что, находясь в одном из магазинов на улице Коржиновского, неизвестный похитил его банковскую карту. Сумма материального ущерба составила более 18 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении кражи задержан ранее судимый 35-летний житель Куйбышевской области. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. И еще один случай мошенничества с банковской картой произошел на территории Электрогорска. Много банковских карт имеют такую платежную систему, где до 1000 рублей не обязательно вводить пин-код, и можно получать, таким образом расплачиваться этой картой. На прошлой неделе подобный случай имел место быть в нашем городе. Один из жителей утерял данную банковскую карту. Злоумышленники нашли эту карту и в различных магазинах нашего города совершили очень много платежей. В общем, в сложности был причем ущерб на сумму 38 тысяч рублей. Забегая вперед, скажу, что данное преступление раскрыто. Лица, которые нашли эту банковскую карту, после чего совершили списание с нее денежных средств, осуществили по ней покупки, в настоящий момент установлены, и по данному факту проводится проверка. Помните, что если вы не можете найти свою банковскую карту, это сигнал для начала срочных действий по сохране своих денежных средств. В случае утери банковской карты, первое, что вы должны сделать, это позвонить в банк и осуществить блокировку данной банковской карты, чтобы какие-либо дальнейшие операции по ней были уже невозможны. Ну, после чего с вашими личными документами обращаться в ваш банк. А если все-таки ее нашли и вам отдали? Здесь уже непосредственно надо обращаться в банк и там уже разбираться. Я думаю, что лучше все-таки перевыпустить карту и написать заявление об утере карты и получить новую карту с новыми персональными данными. Сообщение от жителя города о пропаже дорогого внедорожника поступило в Электрогорский отдел полиции. Из числа совершенных преступлений на прошлой неделе нераскрытыми до сегодняшнего дня осталось преступление – это кража транспортного средства. В ночь с 22 на 23 от дома номер 11 по улице Уктомского была совершена кража автомобиля Toyota RAV4. Первоначальные, так сказать, мероприятия, направленные на розыск данной автомашины и лиц, совершивших данное преступление, к сожалению, результатов не принесли. В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и проводятся следственные действия. Автовладельцы все чаще пренебрегают защитой своих железных коней. А ведь чем больше на нем будет создано разнообразных препятствий, тем больше угонщику потребуется времени для их нейтрализации. А значит, тем вероятнее, что ваш автомобиль останется у вас. Ранее похищенная автомашина была оборудована штатным центральным замком. Сигнализация оборудована данной автомашины не была. И какими-либо противоугонными средствами также оборудована она не была. Машина входит, так сказать, в топ угоняемости, и поэтому владельцам таких автомобилей надо немножко задумываться. И вообще всем владельцам, которые у нас имеют транспортные средства, ставят их в дворовых территориях, тоже как-то надо немножечко продумывать эту всю ситуацию. По возможности желательно машины размещать на охраняемых автостоянках. Ну, у нас массовое, так сказать, размещение во дворах, потому что люди зачастую думают, что ничего с моим транспортным средством не случится. По статистике, раскрываемость таких преступлений не более 20%. Это объясняется наличием криминальной инфраструктуры, благодаря которой удается быстро перебить номера и изготовить поддельные документы. Несколько случаев, которые у нас были, автомашины угнаны на территории города,
были раскрыты, в том числе и в этом году тоже. Камеры помогают, но вы не думайте, камера это не, так сказать, панацея от всего. Наличие камеры не способствует вот тому, что указанное преступление будет раскрыто. Да, это хороший помощник в раскрытии данного преступления, но гарантии никакой она на 100% не дает. Она не дает гарантии, потому что хищение транспортного средства совершается в темное время суток. Да, зачастую мы видим, как эти преступления происходят, но сложно отождествить лицо, совершившее данное преступление. Но, тем не менее, камера – это хорошее подспорье в раскрытии указанных преступлений. Все случаи раскрытия краж транспортного средства в большинстве случаев были связаны именно с тем, что именно при помощи камеры.